себе постучи. Стучи в твою дверь, материал ключи. И по голове себе постучи. В квартире раздается звонок. Мальчик подбегает, снимает трубку. Алло? Петя, это ты? Я. Позови маму, пожалуйста. А мамы нет. А где она? Она в ванной. Ну тогда папу. А папы тоже нет. А он где? А он тоже в ванной. А скоро они освободятся? Не. А почему ты так думаешь? А они просили, чтобы я им вазелин дал, а я им клей-момент принес. Семейная неразбериха. Жена вернулась из командировки. Ее встречает сын, ну и с порога мама. Наш папа вчера привел какую-то тетю. Они выпили, а потом папа повел ее к кровати и... Не рассказывай дальше. Вот придет папа, все расскажешь, что видел, понял? Она потихонечку, значит, собрала вещи, уложила все в чемоданы, сидит, ждет возвращения мужа. Только муж через порог, она ему сразу: «С меня хватит, я больше терпеть не буду». «Что случилось?» «Тебе сейчас все сын расскажет. Давай, сынок». Ну, папа вечером привел какую-то тетю. Они выпили, потом папа повел ее к кровати и, ну, говори. И папа начал делать с тетей то, что делала мама с дядей Колей, когда папа был в командировке. В общем, представьте себе картину. Маршрутка, битком набитая. В общем, все так едут, как шпроты, на работу. Ну и сидит, значит, девушка, а на улице еще лето. Все так по-летнему одеты. Девушка едет в юбке. В общем, все у нее ноги, голень, ну все забито в китайских иероглифах и, в общем, некоторые участки тела. И бабка едет неподалеку, так таращится на нее, смотрит. Но эта девка-то не выдержала и говорит: «Че пялишься, старая? В твое время татушек не было, что ли?» Старушка ей говорит: «Дося, в мое время все было. Я китайский преподаю, вот и пытаюсь понять, почему у тебя на шее написано «повторно не замораживать».» Номерок блатной, 3 семерочки. Поручик Ржевский, значит, чпокает Наташу Ростову, а его денщик Семен держит свечку. Ржевский: «Наташа, вам приятно?» «Нет». «Семен, ну-ка, подсвети вот здесь». Семен светит, Ржевский дальше ее чпокает. «Наташа, а теперь приятно?» «Нет». «Семен, ну, подсвети вот здесь, что ли». Семен исполняет, Ржевский опять старательно пытается удовлетворить Наташу. «Наташа, ну а теперь приятно?» «Да не очень». «Тогда, Семен, иди ты попробуй, а я буду светить». Так и сделали, значит. Семен чпокает, а Ржевский подсвечивает свечкой. «Наташа, а теперь вам хорошо?» «Да, очень». Ржевский Семену: «Понял теперь, скотина, как светить надо». «У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?» «С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался». «Давай, ебать!» Едет ковбой. Вдруг внутренний голос ему говорит: «За тобой гонятся индейцы, сними джинсы». Ковбой снял джинсы, и одна из стрел угодила ему прямо в ягодицу. «Бля, какой я дурак, нахрена я тебя послушался? Зато джинсы целые». Should I get so fly?